Так, продолжаем разбирать наши нюансы. Ну вот то, что ты показал, да, вот здесь вот, это такая структура мышечных тканей. Они всегда где-то имеют утолщение, например, чтобы больше найти его под лопаткой. Лопатку освобождаем, вот так вот, и смотрим. Вот здесь вот больно? Терпимо. А здесь? Нет. И вот на уголке вот этого хрящика тоже есть такая точка. Это триггерные точки, так называемые. На них, ну, есть метод воздействия очень простой. Нажимаем на них. Есть метод шиатсу такое нажатие, да. Можно некоторые, вот покрупнее есть люди, мы прямо локтем нажимаем. Ну, я вот всегда вибрацию добавляю. И уже у человека расслабляются мышцы в окружающих тканях. Или, например, вот тут есть такая точка под шеей, где шея, да, пересекается с трапециевидной, да, мышцы вот так вот. Прямо вот между ними, да, вот так вот. В тело надо нажать, вот туда, внутрь тела. Давайте потерпите немножко, да? Может, не надо? Ну, я просто чуть-чуть отнажму, чтобы обозначить ее. Вот. Больно, да? Ну, да. Вот. Это вообще волшебная точка, от нее прямо весь плеч, все плечо, все плечо расслабляется. Да. Да. Да, да, да. Там ты можешь нащупать такой небольшой, как бы, уплотнение, шарик. Вот. И часто бывает, что, ну, вообще, изучать триггерные точки – это отдельная тема, это очень сложно. Ну, так я, в принципе, скажу, что иногда бывает боль обманчива. Вроде бы болит в одном месте, вот у меня буквально недавно был мужчина, у него болело вот здесь. А нашли мы реально, откуда боль идет. То есть мы в первый раз даже не определили. На второй, на третий сеанс только поняли, откуда идет боль. Она идет вот отсюда. От места крепления мышцы к бугорку вот, бедренной кости. Вот здесь вот. Дальше. Когда мы начали вот тут вот массировать, размягчать это место, да, прошла боль вот здесь вот. В тазу. И также бывает, что, ну, эти триггерные точки, они примерно находятся через там, 15-20 сантиметров друг от друга. Ну, вот, например, может болеть вот здесь. Ну, как рисунок был вот такой, да? На вашем же занятии. Как вот так. Нет, да, это точки идут вдоль лопатки, да? Они вот еще вот здесь идут, например, вот точка, да? Потом вот место крепления мышц. Потом отсюда вот в плечо. Отсюда вот сюда. И отсюда вот сюда. Ну, в данном случае у человека короткие расстояния получаются в силу роста, да? А бывают, ну, большие, например, вот на икре. Что, икру? Не доберете. Да, вот здесь ты правильно показал. Ну, немножко вот сюда. Немножко ближе к наружной части. То есть икра, она двойная мышца, да, вот так вот раздваивается. Вот между ними как раз находится серия точек. Одна вот здесь. Вздрагивает больно, да, вторая вот тут. Там больно, болят ноги. Здесь не было. Вот тут. То есть самая верхняя точка примерно 5 сантиметров от сгиба. Вот смотри, где мышца начинается. Вот тут примерно, да? И вот от сгиба вот 5 сантиметров отступаем. Да? Первая точка, вторая здесь. Следующая между ними посередине. Еще следующая между вот этими участками. Тоже посередине получается. Вот, некоторые клиенты, вот они прямо просят, нажми прямо вот в эти точки. И действительно сильно нажимаю, в данном случае просто не буду показывать, чтобы не причинять лишнюю боль, да. И он терпит и расслабляется, говорит, ой, все, да, я прямо эту икру расслабил. Там трогаешь, она такая вялая, сейчас становится вот такая вот. Ну да, тот же Дубровский, вот он говорил, что создаем искусственную ишемию, да, и там отпускают. Да, искусственная ишемия, да, в принципе, да. Ну, следующая точка, кстати, находится вот на бедре по центру, вот, чувствуется, да? Не надо, мне искусственная. Искусственная ишемия не надо. Потом сбоку, вот так на бедре, вот тут. Вот даже буквально чуть-чуть нажимаю, уже они будут действовать. Потом там, где заканчивается вот ягодица, да, и такой бугор. Называется вот он нарисован. Седалищный бугор, да, на котором, собственно говоря, мы сидим. Вот под ним как раз идут и седалищным нервом, и все мышцы, там, и крепления там мышц, да, прямо эту точку-то прижимаем, она большая, продавливаемая локтем, можно так вот ее посильнее.
Вот, кстати, она не больно. Не больно, да? Она не очень никак. Так, секундочку.